спорим, ты не знал, как убрать любые царапины в домашних условиях? Сегодня я выходной, и сейчас я это покажу. Для начала я аккуратно наношу царапины на телефон клиента, чтобы наглядно показать вам, как это работает. Получилось отлично. Теперь нам остается быстро их убрать. Для этого нам понадобится обычная салфетка и жидкость для снятия лака, желательно с экстрактом алоэ. Наносим на салфетку и аккуратно бежириваем заднюю крышку. Делаем это тщательней, чтобы не осталось никаких следов. После чего нам понадобится обычная салфетка или туалетная бумага и самая простая зубная паста. В моем случае это универсальный клей. После чего я аккуратно наношу на салфетку и тщательно втираю в заднюю крышку, так, чтобы все поры от царапин забили зубной пастой или в моем случае клеем. После чего ожидаем где-то часа полтора-два, можно и сутки, а потом всего-навсего ёбаем новую заднюю крышку поверх старой. Теперь клиент будет доволен моей работой.